Самарскому зрителю представили фильм «Фронтовая бригада». И это документальный проект самарских кинематографистов, который рассказывает о работе агитбригад в современной российской армии. Идея фильма родилась вот в тот момент, когда мы стали вместе с ансамблем «Волжские казаки» ездить в тыловой пункт обеспечения нашей 15-й, 30-й и других бригад и снимать, как они выступают перед нашими бойцами. Сразу решили, что будем снимать документальный фильм. И фильм этот хотели сделать и сделали, ну так, не тяжелый. Потому что задача фронтовой бригады все-таки поднимать боевой дух, и мы решили, что вот фильм тоже должен отвечать этой задаче. Поездки агитбригад в тыловые пункты обеспечения российской армии начались в апреле. Как и в Великую Отечественную войну, творческие коллективы небольшими бригадами стали посещать бойцов и делиться с ними своим творчеством. Ансамбль «Волжские казаки» одним из первых поддержал военнослужащих. В память о наших славных предков мы продолжаем славные традиции нашей армии, в том числе и военные артисты. Поющая армия непобедима. Генералиссимус Суворов Александр Васильевич. Пока поем, танцуем, в хорошем смысле слова, наша армия точно не победит. После премьеры фильма самарцев ожидал концерт. Главный герой фильма «Фронтовая бригада» ансамбль «Волжские казаки» выступил на сцене Дома офицеров. Зрители смогли увидеть и услышать те же номера, что и наши военные. Александра Гусева, Константин Головин. События.